Семьи погибших на шахте Костенко-Горняков сегодня сами устроили открытие памятника в Центральном парке. Несколько дней назад было официальное открытие монумента на шахте, но родные просили установить его в другом месте. Скульптор за свой счет сделал еще один памятник. Людмила Батюшкина продолжит. На этом открытии не было представителей Кармета и Акимата, не было микрофонов и динамиков, но цветов было не меньше. Именно этого памятника в Центральном парке добивались родные погибших горняков. Я, например, много похоронил. Когда свой сын умер, я не могу сдержаться. Я готов был лечь в могилу вместо него, лишь бы он остался. Очень мне тяжело говорить, но все равно благодаря нашему художнику Игорю Маратовичу мы видим этот памятник. Я очень рад, что человек приник к нашим горести и бесплатно сделал такой памятник. Ночью 28 октября прошлого года на шахте имени Костенко произошел взрыв метана. 46 горняков погибли, тела искали четверо суток. Родственники некоторых горняков все эти дни провели на шахте в ожидании, а вдруг найдут живыми или не найдут совсем. Многие тела доставали фрагментами. На шахте это очень тяжело и морально. Просто вот сегодня здесь многие, конечно, мы вспомнив своих родных и всплакнули, но когда было открытие на шахте, это просто было моральное такое угнетение, такая тяжесть, что ехать туда лишний раз, вот это просто не хочется. Просто вот нет вот такой вот возможности моральной. Вот. И это памятник. Мы действительно именно по этой причине мы добивались, чтобы здесь его установили. Монумент на шахте Костенко заказал и оплатил Кармет. Этот памятник создан на личные средства скульпторов Игоря Баграмова и Тараса Кишкарева. Поначалу, по словам Игоря Баграмова, планировали сделать небольшую стелу, но потом решили памятник. Все-таки Караганда – шахтерский город. Волею судьбы мне пришлось сделать 3 уже памятника. На Абайской, в Абае, вот сейчас на Костенко, а это 4-й. Конечно, когда мы узнаем, что происходит такая трагедия, мы все сразу тоже переживаем, как все казахстанцы, карагандинцы, все переживают, нормальные люди переживают за это. И вот я со своим коллегой, другом, скульптором, с которым много лет работаю, у нас такая идея – сделать хороший скульптурный памятник простому шахтеру, карагандинцу. Уходят парни, уходят. В Центральный парк и легче добраться, говорят родственники шахтеров. На шахту Костенко ходят только 49-й и рабочие автобусы. Они благодарны властям за то, что разрешили установку памятника в Березовой роще. По возможности просят установить пару лавочек и освещение монумента. Людмила Батюшкина, Ирина Ненашева, 5-й канал.